память о Ленине. Ее материальным воплощением стал флагман советского гидростроения Саяно-Шушенская ГЭС. метров от основания плотины. На такой отметке работал в день ленинского субботника комсомольско-молодежный коллектив плотников-бетонщиков Федора Семеновича Горбанева. Десятки сверхплановых кубометров бетона уложила 16 апреля бригада. Водосливная часть плотины. В момент сброса многотонный поток воды помчится со скоростью 200 км в час. Бетонная поверхность должна быть идеально ровной. Допустимое отклонение не более 0,5 мм. Такая ювелирная работа поручена лучшей бригаде плотников-бетонщиков Анатолия Николаевича Решетникова, кавалера ордена Октябрьской революции. Со дня пуска первого агрегата этот исполин выдал в объединенную энергетическую систему Сибири более 21 миллиарда киловатт-часов.